Мы с вами сегодня находимся в офисе врача общей практики. Это вновь вводимый объект. Согласно приказу 543Н, все здесь оборудовано новое, все это имеется, мебель медицинская, все это получено в рамках программы развития сельских территорий. В данном населенном пункте размещался фельдшерско-акушерский пункт, который был в приспособленном помещении, не соответствующим санитарным нормам и правилам. Он с советских времен. Вот, законодательство менялось, менялись требования, соответственно, и поэтому было принято решение руководством Комитета здравоохранения, руководством области поставить в приоритете обновление зданий медицинских. В данном помещении есть смотровой кабинет, есть перевязочный кабинет. Ранее жители вынуждены были за данными видами помощи обращаться в центральную районную больницу. Это практически 30 километров, было, конечно же, неудобно. Мы сможем подключать здесь и передвижной флюорограф, оборудование для ультразвуковой диагностики. Все это сможет также сюда привозиться и использоваться для диагностических целей. Здесь находится укладка по стандартной форме для оказания помощи ковидным больным. Мы их здесь одеваем полностью, вся экипировка, начиная от маски до обуви, костюм, в том числе и пробирки, и, в общем, все необходимое для забора материала, осмотра больного на дому. Вот теперь нам построили новое, оборудованное, красивое очень здание, чему мы очень рады. Все наше население будет теперь более цивилизованно приниматься врачами, обслуживаться будет. И нам намного станет легче вот это вот ездить в Калач, все-таки это расстояние такое, далеко. А здесь уже будет, по крайней мере, оказана первая медицинская нам помощь.